Ливония. Давайте, наверное, заедем в монастырь этого самого Святого Диониса, посмотрим, если он там работает или не работает. Вот, а здесь будем потом все-таки после каждого дня. Если честно, будет сильно легче просто. Мы слегка перекусили чипсами, да? Верку снимаешь, нет? Да. Высота. Да, видишь, мама. Ух ты. На высоте 1000 метров. На высоте пентр. Землей. Над морем, пардон. Землей. Где? Вершина Олимпа прямо на облака. Мы почти, видишь, этот туманчик? Это уже облако. То есть мы почти в облаке находимся. А я думаю, что сверху можно будет попробовать облако. А это все команды. Идемте дальше. Чего так посмотрел, что есть. Может, какие-нибудь макароны купить. О, видишь? О. Видишь, какие макароны. Ну что ж, все-таки попробуем попасть внутрь. А тут все было закрыто. Теперь открыто. Ух ты. Вот если здесь так дороги кидаются. Это вот сам это новодел, как я понимаю.
Интересно. О, вот туда можно еще сойти. Здорово. Вот такой вот он, монастырь Святого Диониса. Наводил, интересно. Ух ты, какая тут была. Здорово тут. Еще целое крыло реставрируется. Большой монастырь-то. Такие каменные, как крепость, да? Свобода. Да, и какое чудесное место. Вокруг горы. Попали. Идемте. До Святой пещеры. Ох, какая красота. Дождь. Чистая горная вода. Вот это можно будет попить на обратном пути. О, уже 10 минут. Перешли мостик, стало 10 минут. Ну что, какой? Такая маленькая часовенка. Дорога к Святой пещере. О, красота. Красиво. До Святой пещеры осталось всего 300 метров. Но в горку. Ух ты. Какое дерево. Ух ты. Пещера. Ух ты, какая часовенка. Видимо, здесь вот отшельничал Святой Дионис, вот этот, в честь которого настыль. Образуется. Видишь, это смотри. Ну, тоже откуда-то вода сверху капает, образуется сталактит и сталагмит. Вот так они и растут. Вот так. Видишь? Вот, это же сюда. О, видишь? Как это закапало. Ого, как они растут.
Здорово. Вот она. Фуджи, 2100 метров над уровнем моря. Ну вот, мы решили все-таки подниматься на гору дальше, то есть на скалу и на Мутикас, возможно, если сил хватит. Но хотя бы на пик скала, 2830 метров, мы поднимемся. А вот домик, в котором мы ночевали. Рефудж А, так называемый. Даже душ есть. Пара дней полотенец. Вот теперь мы поднимаемся выше, в гору. Вот этот вот пик, возвышающийся впереди, называется Мутикас, самый высокий пик на Олимпе. Где-то по соседству с ним находится то, куда поднимаемся мы, скала. Скорее всего, вот этот. Несмотря на кажущуюся близость, идти около 3 часов до скалы. Сколько до Мутикаса, не знаю. Ну, в общем, выдвигаемся выше. Не, красиво. Очень красиво. Вот это вид. На Олимпийские хребты. Да, там все выше и выше. Вот он Мутикас, а вот он наша скала. Да. Красота. Вот такие вот они горы. Вот это где-то 2300, наверное. 2200. Климат здесь уже вообще наш. Здесь попадается земляника, колокольчики, вон зонтичные, прям как у нас растут. Крапива, смотрите, прям как у нас. Бабочки, по-моему, чуть ли не капустницы летают и крапивницы. Так что вообще климат вот просто как у нас. Средиземноморск превращается вот в климат средней полосы. Ну и температура, соответственно, холоднее. Хотя солнышко жарит, конечно, как на югах. У нас так не греет. Когда выходит, когда тенек, ну как у нас. А кого вы там щелкаете? Кузю. Не, сзади это очень тяжело пройти. Хотя реально. Ой, хорошо так как. Присесть. Фу. А море-то видно? Ну, в общем, да, но так, через дымку совсем. А воздух все-таки разряженный. Как ни крути. Мне приходится сейчас уже дышать полной грудью совсем. Ну, мне вообще, конечно, легкие, не ахти. Все-таки курил столько лет. Вот мне сейчас приходится дышать вообще полной грудью, чтобы нормально насыщал организм кислородом. Не знаю, на какой высоте мы все GPS-ы сели. Но, по-моему, это все-таки в районе 2500-2400. Около того. Какая красота. Очень красиво. Ну, думаю, высота где-то 2600. Уже видны пики. Близкие. Вот
Там будет проход, наверное, с этого самого. Здесь будет отворотка, одна на Микоянос, другая на скалу. Вот направо это на Микоянос, а налево это на скалу. Мы идем на скалу. Ну пока, по крайней мере. После скалы посмотрим. Может, на Микоянос дойдем. Высотища неописуемая, конечно. Ну и красотища тоже. И вот огромная сила вулканическая подняла из земли эти горы. Красотища. Мы нашли где-то половину пути, похоже. Скала с колео есть еще какой-то. Все-таки вот настоящая скала. Вот этот пик Скалио. Вернее, скала. А вот это вот. Вот это вот. Это пик Скалио. Чуть выше который. 2919, что ли, метров. А вот тут лежит снег. Так что здесь достаточно прохладно. Говорят, что через 25 минут мы уже дойдем до скалы. До скалы. До скалы не дойдем. Такой вот вид открывается. Сногсшибательный. На горные хребты Олимпа. Да, вот мы на одной из макушек. Виден очередной приют. Рефудж. Насколько я понимаю, это рефудж С. А мы ночевали в рефудже А. Теперь вот он, рефудж А. Кажется, что в двух шагах. А мы поднимаемся уже часа два. А вот он на самом деле рефудж. Мы видим его крышу сверху. Так что можно сказать в двух шагах. И вот такой вид открывается. Видно городок, видно Средиземное море, в смысле Эгейское. Красота. Такой вот вид. Очень красиво. Непонятная птичка, явно горная, ибо высота уже давно 2,5 перевалило.
И здесь уже проглядывает Нитокос. Снова. Вот он. Вот она, скала. Мы таки поднялись на вершину Олимпа. Это одна из трех вершин. Выше облаков. Облака под нами. А вот Мукатос. Это самая высокая точка Олимпа. Ух ты! Высота 2800 метров. Но из-за облаков, к сожалению, ничего не видно. Говорят, выше только боги, которые живут на Олимпе. Вот мы и на Олимпе. Поднимается облако прямо на нас. Юр, на нас наползает облако. Мы сейчас окажемся в облаке. Красота. Действительно облако. Безумно красиво. Да, вон там скалолазанием надо заниматься. Видишь, как на Мукатос поднимаются уже? На самом деле, вот на тот пик можно сходить. Говорят, что туда и обратно минут 10. Не больше. Думаю, это мы еще осилим. Но не больше. Ой, какие птички. Ух ты. Да, красотень. Ух. Снег лежит. Не, туда только с альпинистским снаряжением. Руками чего-то как-то не хочется. Ну вот это те самая группа, которая с нами ночевала. С рюкзачками, веревочками и всем остальным. Не, самый высокий пик мы оставим альпинистам. Все-таки. Здесь без спецсоряжения. Можно двинуть ласты. А вот рефудж. О, рефудж-то видно, Юрка, смотри. Видел его? А вон, смотри, где мы ночевали. Вообще, кажется, в двух шагах. Вот. Видишь, вон домик. Рукой подать. А сколько шли, да? Рефудж. А. Ой. Ну, а там вот рефудж С. За горой мы его не видим. Амиконос.
не забрались. Красотища. Вершина Олимпа. На солнышке, кстати, вполне тепло. Вот когда оно заходит, действительно прохладно. Ох ты, открылся таки вид. Облако ушло, Юрка, пофоткай еще. Облако отошло, и теперь видно. Это плато. Вот на нем что ли жили боги. Ух ты. Смотрите, как облака вверх летят. Поднимаются. Это восходящий воздушный поток, Юр, называется. Вот на нем планеры, когда летят, их бы тоже вверх понесло. Или птицы, например, которые парят. Они их используют, чтобы выше подняться. Это на земле что-то нагрелось. Земля-то нагревается от солнца, она теплая. И воздух начинает вот подниматься вверх. Мы шли 2 дня. Вчера вечер и сегодня. Полдня, чтобы сюда дойти. И еще 3 часа ехали на машине. Но она того стоила. Ну что, отдохнули? Вот. Вон там видно домик. Угу. Это Фудж. Рефудж С. Си. Рефудж Си. Нет. Действительно. Обалдеть. Какая красота. Дядька говорит, что оттуда очень красивые виды вот на ту сторону открываются. Вот он. Спуск. А вот с той стороны, Юр, где-то находится то самое ущелье, где мы купались в термальных источниках. Ладно, пойдем дальше. Ну а тот пик Скалиос какой-то. Не скала, а Скалио. Что-то типа того. А вот мы на него. Да, вот самая высокая вершина Олимпа. Чего? Где кто идет? Не, отдыхать можно тоже. Ночевать. А, да. Все правильно, еще один рефудж. Рефудж С. Там рефудж Б. Кстати. Вот скала, где мы только что были. И вот мы на следующем пике. И офигенный вид, открывающийся вниз. Здесь чувствуешь себя крутым.
где наша мама. А вон она стоит внизу. О, какая высота. Красота. Да. Не знаю чей, но флаг. Величественные горы. Давай, Юрку, туда дойдем. Там интересно должно быть. Вот по той скале. О, а вон дорога. Значительно ближе. Какая красота. Смотри, там дорога. Домики какие-то. Угу, мама уже на месте, да, пришла. Вот и вершина Олимпа. Снимаю. Приносит жертву богам. Вот это та самая дорога. Да, сюда доехать было бы несколько легче. Да, здесь кроме прохладно. Нет, вот, когда поднимались, было прохладнее. Утро было еще все-таки. Сейчас уже относительно хорошо. Все-таки не идти на скалу, далековато, будет слишком холодно спускаться. Сейчас здесь градусов 18-20, ну 17, и сейчас внизу около 42, то есть самый пик жары. Буквально через час-два здесь будет прохладно, будет нам уже в футболках очень неприятно, там лучше все-таки пойдем вниз. Говорится, в следующий раз дойдем до скалы, на куда-нибудь еще. Вот будет повод вернуться в Грецию. Да, вниз, конечно, идти значительно легче, чем наверх. Вот эти вот кусочки — это снег. Ну и, конечно, мы по-прежнему выше облаков. Уж всяко выше 2500. Вон пик скала, который мы поднимались в самом начале. Но мы его по тропинке немножко обходим, потому что вверх еще идти не хочется. Как говорится, хватит нас двух дней вверх. Но идея пойти вниз все-таки верно, потому что прохладно.
реально становится прохладно. Но вышли мы очень удачно. Как раз все теплое время провели здесь. На самом деле, вот, насколько я помню, там же уже за уступом, да, деревья начинаются. Вот затем, по-моему. Вот, по-моему, да. Там теплее будет сильно, конечно. Там не будет этого ветра. Просто найдет семья, а что делать? Там не с собой, конечно, холодно. Я не знаю, что делать. Конечно, я не уверена, что я живая, дай бог. Я еще не ищу до этого. Не-не. Мне вообще, сейчас мне не холодно даже. Мне легко прохладно. Мне даже попрыгнет, видишь? Ну, жировой запас в данном случае имеет преимущество. Он имел резко отрицательную, когда я шел вверх. Зато когда я иду вниз, он имеет резко положительную тенденцию. И в плане температуры, и в плане легкости шага. Да, как мы тут карабкались. У меня глаза были по 5 копеек. И в них темнело. Когда мы поднялись к снегу, вот тут и было самое холодное место, кстати. Вот этот участок самый холодный был у нас. Ладно. Я думаю, хватит снимать. Щипти будет. Облака налезают на скалу. На скалу, вернее. На скалу даже не знаю. Там еще маньяки поднимаются уж. Как спуститься вниз, непонятно. Тогда. О, а здесь более крутой подъем, да? Да, вот это как раз на скале подъем. А это мы типа сокращали путь. Мы наконец-то обошли скале. Теперь пойдем по крутому спуску вниз. Да, тут очень круто, так что аккуратно. Спускаемся все ниже и ниже. Скала осталась высоко вверху. Стало теплее. Но еще все-таки холодно. Что и видно, потому что деревьев мало. В такой высоте они уже растут хреново. Ну вот, самая сложная часть подъема или спуска. В какую сторону идешь? У нас по высоте. Это радует. Скоро уже начнутся деревья. Чую, Юрка отогрелся. Ага, тепло? Да, солнышко вышло, мы спустились уже. Ага. Ух ты, какая красота. Юрка, возьми, это особый камень. Красотища-то какая, а? Положи в карман. Камень с горы Олимп. Это круто. Тем более такой. Тут кто-то загорает даже на Олимпе. Ох ты. Аккуратно. Вот наш первый привал, скамеечка. Ох. Все-таки подниматься. Конечно, значительно тяжелее, но и спускаться тоже. Утомляет. Ух ты. Такие маленькие карликовые, можно сказать, сосенки. Которые как-то ухитряются здесь выжить. Они где-то примерно с одинаковым расстоянием сделаны, эти скамеечки. Холодно, Юрка, было бы, знаешь, почему там? Потому что мы шли через облако. Но вот такое и есть. Облако, оно прохладное по определению, оно как туман. Туман он прохладный. Фух. Не, красотища. А вон уже деревья. Класс. Вот теперь уже видно деревья, где они начинаются.
То мы шли-шли, деревья все не кончались. Тут вдруг бах, и кончились. Теперь все ждем, когда они начнутся. О, рефудж! Рефудж уже близко. Не, красотища. Вон, я посмотри туда, там все в облаках, мы оттуда пришли. Прям с облаков. Были в гостях у богов. Вот. Ура! Начались деревья. Чуть не может не радовать. Елки зеленые. Да, рефудж тут вообще рукой подать. Смотри, тут пенек с нашей бутылкой. С бутылкой заныканной воды. Отсюда даже не видно, как высоко мы забирались. То ли снег, то ли не снег. Рефудж отсюда воду берет. Они идут без отдыха. Это неправильно.
скорость не увеличивается, встаешь чуть-чуть быстрее. Фу, главное, дорога наладилась. Вот эту горку не надо, да что такое там. Вот так бы и шла вниз, с таким уклончиком. Наверх. Ой, отличная тропинка.